самые обычные профессии, то есть менеджеры, строители, электрики, там, военных много, очень много, полицейские. То есть самые обычные люди, как мы с вами, просто которым интересна эта тематика, интересна патриотика, которые хотят почувствовать себя настоящими мужчинами. Также у нас играет очень много девушек, причем в основном они дают большую фору именно мужчинам. Вот. Но что ими движет, мне понять сложно на самом деле.